чё, балбес? Эксперименты? Fuck you. Fuck you. Тут особо нечего смотреть, как бы. Если все читать, это долго. Если разбить на отдельные части, то да. Можно что-то выделить. Но в общих чертах понятно, в принципе, и так, да? Что это мобная обнова? Руты. Мы это уже все проходили на 100 раз. Тут самое интересное, это сборка и сама суть акции. Ну, в сборке пушки зарыли, да, то есть можно будет, я даже думаю, любой старфун как бы берет и выбивает пушки, потому что руды падает много, и 25 тысяч рюка это не цена для гиперов. Но вопрос в том, типа, нужны они или нет, да? Типа, эти магмы, гиперы, относительно этого типа, уже по-другому стоит вопрос. Вот это закапывает дуэль, ну, конкретно сборка бустеров, потому что это мультики, это очевидно, что это, ну, ТЛБ, это мультик, да? И плюс 25 к щиту сверху, плюс 5 к урону, спокойно себе забирай, это не такая проблема. 8500 урик, 10 лям кредитов, не цена, только в акцию, ну, можно насобирать и побиться, то есть, я не считаю, что это тоже что-то сверхъестественное, бесполезно. Боеприпасы никому не сдались. А касательно хай-теков, вот это интересно. Не буду смотреть на NPC хай-теки, то есть сразу к PvP хай-тека. PvP сила. Обновили робот-ремонтник, то есть теперь длится 10 секунд. BRB2, как он называется? Без разницы. Ремейт 200 тысяч прочки там за 10 секунд, 350 тысяч щита, и подкат уходит на 20 минут. Если так подумать, то да, во время заюзов можно спасти себя нехило. Но откат 20 минут, кому он нужен? Кому он сдался? Щитовосстановитель увеличили, 75 тысяч щита, ну во времена Джека, да, это было нормально, потому что не было такого количество щита с кольца, и сейчас он уже был не актуален, его собирали только, ну, челики, которые шарили за то, что он вырубает диминишер, для многих будет открытием, да, не знаю, как будет ли вырубать новый, но 450 тысяч щита разом, типа, в одну секунду, это полулямы, а многие летают на фул боевых, и это половина конфы, это немало. Ну, опять же, откат 20 минут. Если к откату сводить, то бесполезно, да. В дуэли можно попробовать, то есть один раз заюзаешь. Да, ну, для дуэли, я считаю, это будет интересно, если биться не на новых пушках, а просто биться, да. У вас всего один юз на БРБ-2, один юз на БС-2, то есть и щиток один раз можно поднять, и боевого робот-ремонтника заюзать. Одновременно. Почти целая конфа. Тут 350 тысяч, тут 450 тысяч. Это 800 тысяч. Здесь можно полную конфу за 10 секунд поднять. Это не проблема, но только один раз. Если вы разлетитесь и будете рематься, это все, типа, бессмысленный юз. Если ты дашь врагу отлететь порематься, то это бессмысленный юз. Я думаю, так можно кайтить спокойно. Ты просто даешь сопернику заюзать, да? Провоцируешь его на это. И потом вы разлетаетесь. Как бы, если ты не особо привередливый к тому, что он убегает, да, если ты не белст, то, пожалуйста, он отлетит, раскатит тебя, а потом просто не даст тебе отойти, вы как бы в клинче столкнетесь и бабах, он юзает, не отпускает тебя, тоже ДЦРка, заморозка, и все, и ты проиграл, потому что он восстановил себе полный конфу. Корабль бесполезный, кто летал на новом корабле, знает. Ну, кто на тесте гонял, знает. Вообще непонятен смысл, но у него есть одна особенность, это первый корабль, который дает и щит, и урон, ну то есть по статам. И щит, и урон по статам еще ни один корабль не давал, всегда давал там бастион 10% щита, там киборг 10% урона, там курица это дает 12% урона красный, но ни один корабль не давал щит и урон. Если найдется грамотный игрок, то он сможет использовать этот корабль, несмотря на то, что его навык, ну это полная помойка, это просто бесполезный навык, потому что ты вылетаешь с радиуса, он кончается. Ну, тут
кидаешь заморозку, и все, он без навыка остался, не знаю, какой от него смысл. Он сбрасывается, он импульсом не сбрасывается, без понятия, но у него ограничен радиус, типа, сомнительный настолько, что я не считаю, что правильный, но с той стороны, что корабль подходит по статам, потому что у него генератор 16, а это немало, да, генераторов 16 и 15 лазеров, это нормально. Да, 16 генераторов, 15 лазеров, и он будет хорошим, таки цельный корабль, который может выбить гал с баланса, то есть спокойно, потому что ты зачем садиться на бастион, получать 10% к счету, если можешь сесть на хекаты, как бы гекат, без понятия, как называется, ты можешь сесть на гекат и получить и урон, и щит с этой стороны, стоит подумать. Дизайны симпатичные были, больше всего, конечно, хочется вот этот чемпион, ну потому что 2D он шикарен, как бы 2D тащит, 3D не тащит, это все будет падать с ивента. Не знаю, что еще можно вообще сказать касательно грядущей обновы. Можно выделить то, что она опять направлена на PvE. PvP сторона игры вообще никак давно разработчиками не затрагивается. И если они думают, что если выпускают новый корабль, они как-то пытаются менять PvP, они пытаются что-то в нем делать, вносить баланс и так далее, то это не так, потому что PvP баланс уже давно нарушен и ничего не исправляется. И можно приводить бесконечно тому примеры. Кто-то говорит заморозки, кто-то говорит сопли, кто-то говорит повышенный урон, кто-то говорит Прометей. И все это в кучу. И опять же, разрабы делают обновление на 11 число, анонсируют его. И там буйки, станции, мобы и дизайны. В принципе, ничего нового, ничего не меняется. Баланса не будет, нерфов не будет. Все остается на своих местах. PvE игрок будет наслаждаться игрой дальше. Да, они чуть-чуть сделали интереснее дуэли из-за хай-теков. Мне кажется, это будет интереснее, и можно будет даже какое-то время подуэлиться тем, кто остался, да? Но притока новых игроков не будет, потому что их нечем цеплять. Да и массовые вылеты, и соло-вылеты на карты, как в 2014 в оборотном году, где ты мог прилететь на 1.6, на 2.6, на 3.6, где было куча народу, и веселиться там, потому что у тебя есть преимущество по бустерам и заряду. Такого уже не повторится, потому что каждый может иметь тонну урона. Каждый может иметь тонну урона. И это не голословно. То есть соло-полет и вообще соло-игра потерян. Неискушенные те, кого держит ранг, кого держит честь. То, на чем в принципе разработчики и поймали большинство игроков, они поняли, что честь здесь сейчас это король. И они выводят квесты, которые цепляют на крючок, они выводят квесты на кучу чести, с которых люди гребут чуть ли не 5 лям очей ранга за раз. И люди покупают бустер. Это работает, они это понимают. Колесо крутится, разработчики гребут деньги, а PvP игроки уходят с игры. И по большей части это профессиональные PvP игроки, потому что они видят, что PvP потеряла свой смысл. И с тех пор, как джекпот закрали, как команда за командой меняется, мы видим одну и ту же тенденцию, как обнова за обновой, все уходит в PvE и избиение мобов. Нравится вам, ребята? Играйте дальше. А если не нравится и хочется играть, просто смиритесь, я не вижу другого выхода. Либо пытайтесь что-то менять, говорите, пишите на саппорт, бастуйте, это все равно не поможет, я уверен, потому что менять проблемы в корне, а не поверхностно. А мы будем наблюдать и ждать новых обновлений, новых мобных инвентов, новых рейдов на пиратов, на лордаки, на саймонов и прочие лабуды. А что еще от них ждать? Я вообще не могу понять. Давайте, вводите корабли, а потом нерфите их. Вводите пушки, а потом нерфите их. Дерзайте, ребят. Биг Бой. Лучший. Просто лучший. Кусок дна.